Ну что, ребят, всем здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить Black Book. Напоминаю, эту игру можно смотреть типа с семьей, да, с близкими, потому что здесь не будет мата, а если он будет, то будет запикан максимально. То есть, да, то есть не переживать за это. Эту игру можно посмотреть с семьей, и не, если хотите, прям вечерком можете сесть посмотреть, почему бы нет, я не против. Вот, в прошлой серии мы с вами остановились на... Ну, на какой-то деревне, мы пошли в какую-то деревню и остановились там, потому что я просто посмотрел, что за игра, вам зашла, так более-менее, да? Мне игра тоже зашла, по-моему, прикольная игрушка. Вот, поэтому, Саш, поудобнее, там ссылочка, кстати, не ссылочка, а подсказочка в верхнем правом или левом углах. Будет подсказочка на первую серию блокбука и плейлист, в принципе, да. Вот, значит, поудобнее надевать пледик, обязательно. Приятно пить, кто кушает, приятно чай пить, пить или пить воды. Приятного просмотра. Мы продолжаем данное путешествие по данной игре. О, привет! Вы незаметно проскальзываете мимо уснувших деревенских изб. По крайней мере, вам так казалось. Из окна, нависающего над улицей, вас окликает знакомый голос. Попробуйте в этой серии на геймпаде поиграть, потому что, ну, интересно как. Но вообще, я думаю, проще, конечно, будет мышкой и клавиатурой, да? Ага. Васька, стой! Дело есть! Тихо только! Шепотом давай! У меня соседка, баба одна. Так у нее заловка всю плешь мне проела. Ты давай-ка спорть ее по-быстрому. Ну там, кило или чё? Такое не сильное. А у меня гостинец тебе есть. Давай согласимся. Ладно, сделаю. Распухнет завтра, вот увидишь. Вы шепчете простейшую порчу и забираете заслуженное вознаграждение. Вы только что впервые согрешили. Говорят, судьба колдунов — гореть в пекле без права на прощение. Какой-то кристаллик или что это? Или гроб, не гроб, что это такое? Ну, похоже на гроб вообще, реально похоже на гроб, но это, скорее всего, кристаллик какой-то, да, или что, не кристаллик. Фиолетовый один и 5 рублей. Вы можете сами решать исход некоторых событий в игре. А в зависимости от вашего выбора, вы будете менять показатель грехов от грехи. Количество ваших грехов влияет на наличие некоторых реплик, а также на возможные концовки игры. Тут несколько концовок, интересно. Говорят, на левом плече у каждого человека сидит бес, а на правом ангел. Кого слушать, решать вам. Так, шо, куда нам? Деревня Кушева. Так, основные задания. Разобраться с чертями мельника, по словам. Ага. Дополнительно заглянуть в деревню Кушева. Давай сначала в Кушево заглянем. С тобой. Вот, посмотрим, чё да как там. Да, посмотрим с тобой, чё да как там. Угу. Вы замечаете, как возле одного из домов беспокоится крестьянская семья. Странно увидеть полное семейство на улице в такой поздний час. Из избы доносятся глухие звуки. Падают горшки, кто-то ворочает скамейки. Вася, здравствуй. Тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал. В доме всё кувырком. Враг у нас пробрался, так и блазнит, вержится. Всех перепугал. Как враг к вам пробраться-то смог в избу? Так просто в дом чертям не залезть. Что делали вчера? Так вот, чай пили вечеру. Матушка вон шибко чай-то любит. Чайница у нас. Потом, помолившись, спать легли. Но а ночью окаянный явился. Вечернее чаепитие обернулось нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Чаепитие. Вечернее чаепитие обернулось нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Чаепитие. Чаепитие, чаепитие. Нам, видишь, подсказывают, ну, типа такое, что это, я на X нажал, что-то там, короче, вот, выделил слово чаепитие. Чаепитие обернулось нашествием чертей. Мне кажется, ну, подсказку. Чаепитие. Черти не могут забраться через окна, но их появление часто связано с нарушением ритуалов. Вот это интересная подсказка. Не закрестили самовар-то на ночь? Ох, и верно. Не закрестил никто. Надо крестное знамение на посуду творить непокрытую. Так-то. Шибко ты знаткая, Вася.
Ты уж помоги нам. Не оставляй в беде. Да, конечно, поможем. Ладно, помогу уж вам. А к чё? Не боже на улице ночевать. Чел, ну ты чё, конечно. Спасибо тебе, Васюшка. Возьми вон молочка свежего в дорогу. Ну ты чел. Вы входите внутрь избы. Обсуждаем. Вокруг всё вверх дном. Черти порезвились на славу. Перекрестившись, вы делаете еще несколько осторожных шагов внутрь. Давай смотрим. Черти раскидали посуду и домашнюю утварь. К счастью, немногочисленная медная посуда не повреждена. Угу. Больше всего пострадал красный угол. Киоты разбиты, а свечи сломаны. Странно. Вы приближаетесь к перевернутому самовару. Внезапно он начинает трястись и приходит в движение, а во тьме загораются алые глаза. Явился окаянный. Вот гоу! Давай, к бою. Так, что у нас здесь с тобой есть? У нас с тобой есть ключик. А что такого? А, мы пропускаем ход. Я не хотел. Я зря это сделал, да, наверное. Так, у нас с тобой есть ключик и две эти темы, да? Это что? Ну давай вот так сделаем. Две каких-то, ну короче, понял, да, ключик и какие-то записочки. Так, ну давай мы с тобой, знаешь, как сделаем. Так, что у нас здесь с тобой есть? Ну давай с тобой вот это возьмем. Вот его. Мы только что добавили заговор слова, содержащее статусный эффект. Статусные эффекты, как правило, уменьшают свое значение каждый ход. Старайтесь выбрать правильный момент и верное положение в заговоре слова вам со статусными эффектами. Окей. Так, это мы не можем. Руда либо раба. Давай руда. Вот, давай вот на него, да. Так, потихонечку будем, да. Так, это мы все защиту добавили. Опа. Угу. Так, у него хпшка, смотри, уменьшается. А, он его дефает. Ты его дефаешь, да, значит? Дефаешь его. Я понял, окей. Он его дефает, ты понял? Он его дефает. Не, я вот это возьму, наверное. На него и... Хотя, стой, дай-ка я вот это обратно. Него. Это мы возьмем и возьмем еще дополнительно вот это. Я думаю, так будет правильнее. Опа, минус 6, ты видел? Вот он его дефает. Это такое. Надо, короче, сначала вот этого, который в котелке, видите, что-то вскочит, не скочит. Надо, который в котелке. Че у нас тут по хпшке? Так, пока все хорошо. У нас тут по хпшке. Складно. Значение эффекта слова увеличивается на 1 за каждое другое слово того же цвета в заговоре. Ну, как бы, не знаю. Не знаю. Давай я вот так сделаю, наверное. Вот так вот. Давай сейчас посмотрим, что это такое, в принципе. На. Бан, все, нету. У тебя, блин, все, нету у него, короче, кто-то его будет дефать. Опа. Так, у него еще... А, порча все, да? У него порча вроде все у него. Все, нет у него тот дефает. Мальчик. Так, это мы восстановим. С тобой. Теперь мы давай чисто в защиту сейчас фиганем.
Ну так, чисто по интересу. Давай вот так вот, вот так вот и... Так вот будет интереснее. Все. Оп. Еще защита. У нас средство защиты есть хорошее. Ну все, все, тебе ББ. Ну и третий... Да все, можно его добивать, я думаю. То есть защиту даже нет смысла ставить там с тобой, поэтому... Ну чисто по интересу вот так сделаем и давай в этот... Не-не-не, подожди. Не-не-не, вот так сделаем. Ну и вот так, наверное. То, что вот, то, что у меня есть, все. Все, и сейчас порчим убам. Кто так еще, а? Кто так еще может только? Ай, ё-моё. Ё-моё. Так, видите, новое слово. Жесть, не тратите ячейки слов в заговоре. Ага. Почему тут один? Складное значение эффекта слова увеличится на один за каждое другое слово такого же цвета в заговоре. Ребят, поясните, я... увеличит количество приказов в книге. Вот что она делает. ХПшку, да, еще на одну, окей. Ну, для меня, наверное, блин, вот либо вот это, либо... Ну, давай вот это возьмем с тобой. Старики из крестьянской семьи кланяются вам в пояс и благодарят вас и Господа Бога, который привел вас в их деревню. Аксинья обнимает вас и уверяет в том, что впредь все сосуды в избе будут закрещены. Вот надо сразу так делать, ребятки. Ну, погнали, вот так теперь. Так, заглянуть, так, об этом выполнили, погнали. Вот сюда теперь. Потихонечку будем идти. Да уж. Серебряный свет луны выхватывает тусклые отблески с поверхности гниющей воды. Студеный воздух северной ночи разрывают на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Серебряный свет луны выхватывает, ага. Студеный воздух северной ночи разрывает на части глухие хрипы, раздающиеся из болотной жижи. Хрипы. Вскоре давай. Странные звуки тонут в тишине черденских лесов. Обойдем с тобой, не надо нам этого. Дядя, не надо, дядя. А, мы можем вот так, да, сделать? Банально так, чисто по этому. Не знаю, может, это что-то нам даст. Может быть, можно, ну, там, да, больше боев провести. Среди черных древесных силуэтов раздается шорох. Вы начинаете читать защитные заговоры, но навстречу вам выходит не нечисть, а одинокий человек. Старушка одета в старое тряпье. Похоже, вы повстречали нищенку. Колдунья, я ваш народ за версту чую. Подай, бедняку, мне немного надо на жизнь простую. Милостыня человека, как печать у него. Вот тебе на пропитание. Да и ты меня не забывай в молитвах. Спасибо тебе. Я помолюсь за душу твою пропащую. Опасно путешествовать одной. Возьми вот это вот, траву целебную. Хорош, спасибо, бабуля. Спасибо огромное. Хорош. У лесной опушки белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком и лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту, прошение лешему о сохранении скота из деревни Бигичи. Собушки белеет полотенце на старом пне. На ткани стоит крынка с молоком, лежат мясные пироги. Рядом с дарами вы замечаете берестяную грамоту, прошение лешему скота из деревни. Давай вот так вот. Вы забираете гостинцы. Подумав, вы решаете оставить грамоту. Вероятно, леший будет помогать с выпасом скота, но вряд ли будет это делать так же рьяно, как если бы он был задобрен жертвой.
Три греха плюс нам, прикинь. Я думаю, зря. Ну, ладно, я просто пока только-только, видите, сюда углубляюсь в эту игру, потому что мы только-только начали проходить. На косогоре возле Качьего озера вы замечаете два черных силуэта. Один чешет другому длинные волосы. Что-то есть странное в его дерганных движениях. Что-то, от чего у вас мороз пробегает по коже. Да, только правильно. Вы делаете шаг, как нечисть вас замечает. В мгновение ока перед вами оказываются два демона. Они сильные, да? Я прям понимаю. Они сильные. Причем нормально так. Блин, смотри, у него... Я так понимаю, вот это 3 и 4, это и они будут это использовать, да? 3 плюс 4, 5. Вот так сделаем. О, 5, 7. 5. Счетовод, блин. Да. Да-да-да, вот есть 4. Угу. Так, защита нас защитила. Хорошо. 5,3. 5,3, 8 уже, да? То есть, получается, нам нужна защита под 8 примерно. Сейчас смотрите, минус один. Все, минус один ушел. Так, он сейчас будет пятерка атаковать. Ну, минус 2 хп. Угу. Давай восстановим. У него он будет шестеркой фигачит. Ты чего? Давай тогда. Блин, ну полностью в деф, я думаю, уходить не стоит. Вот так вот сделаем. Ну, хоть так защитимся от него. Но должно вроде еще остаться, по идее. А почему вся броня слетает? Объясните, ребят. Почему вся броня слетает? 11, да? Он будет пятерка опять его атаковать. Ну, вот так чисто сделаем. Почему нет? И сделаем, наверное... Хотя, я думаю, проще вообще. Ладно, попробуем сейчас. Пятерки снова будут атаковать нас. У него 8, а пятерка будет атаковать 8. А давай вот так просто тупо сделаем уже и все. Че нам бояться-то? Вот так вот. Раз. Все, минус, минус он. Да. Вот так вот. Так, отныне и до века, да, или до века. До века, наверное. Крепкое. Слово остается в заговоре один ход и оказывает влияние на другие слова. Например, складные. Салманида снимает негативный статус плюс 2 хпшки и жест. Да, вот это возьмем.
Вот, ребята, напишите в комментариях, как вообще, как это то, что различать, вот эти вот, эти карточки, что вообще они значат. Может, я вкурю, конечно, не вкурю. Может быть, в отдалении мрачные крылья мельницы со скрипом разгоняют предрассветный туман. Вы вздрагиваете. Перед вами, словно тень, пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу. Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен с судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать? Может быть, я пойму, конечно, все это, ну, типа, все эти механики в течение всей игры, да, кто знает. Ну, посмотрим в любом случае. Можете написать в комментарии, да, как что работает, в принципе. Будет, я буду не против узнать уже, да, что, как, ну, различать. Вот. Если, конечно, никак не спойлер, да, никак, ну, как не испортит игру. Я думаю, это просто совет будет, и все. Поэтому спасибо заранее, кто сделает. Так, ну давай последим за собой. Внезапно перед вами вырастает болото. Вы останавливаетесь у его кромки. Дальше идти опасно. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете под ногами чертов палец. Черти меняют свои когти, чтобы новые выросли острее и крепче прежних. Их старые пальцы превращаются в камень и имеют целебные свойства. Плюс 4 хпшки. Интересно. Мы еще сюда можем прийти с тобой. Ну давай. Давай вот сюда сходим. Вот этим двум вопросиком пройдемся и потом сгоняем на мельницу с тобой. Вы встречаете двух путников из Бигичей, которые идут на утреннюю работу в поле. Угу. Вы продолжаете путь втроем. Около обрыва, словно шутя, один из крестьян пытается столкнуть вас в пропасть. Вы размахиваетесь и бьете крестьянина наотмашь. Подняв свой взор на попутчика, вы обнаруживаете, что он обернулся черным демоном, как и его товарищ. Let's go. Кого? Вы кто? Что это за покемоны? Этот я понимаю, серенький, а вот тот... 19, он будет фигачить 19? Что это за демон? Давай чисто в броню фиганем сейчас. Вот так сделаем. Он 19 бьет, ты чё? Чё, а что значит эта трёшка? Три что означает? Так. Ну, сейчас будет очень больно. А, он пропускает ход. Я понял. Давай его. И давай, знаешь... Хотя нет. Хотя... Давай ему вот так вот сделаем просто. Все, let's go. Так, минус 4 есть. Но он будет очень больно сейчас бить. Очень больно будет бить. Очень больно будет сейчас бить. По-хорошему, нам бы сейчас с тобой уйти в сейф. То есть максимально вот так вот. А, вот так, да, значит. Только так, да, можем. Я случайно! Ну все, ББ. Да. Давай еще раз. 22, он 19 бьет, да? Тот трешку будет сейчас бить. Давай вот так его просто гасить уже и все. Чисто вот так сделаем. И вот так вот, наверное.
Трёшку, да, снова будешь? Хотя по-хорошему. Давай вот так я сделаю, а вот эту я поменяю вот на эту. Семь осталось. Все, сейчас нужно его дожимать. 100% нужно дожимать его. Потому что он очень больно жмет. Очень больно жмет, очень больно бьет. 7, да? То есть, блин, дай мне... понятно. Игра. Чё, рискнуть? А мне не хватит в любом случае. Тот трёшку будет, да, делать? Живем. Так, сразу восполняем. Давай сразу себе сейчас пятерка. О, он еще три хода ждет. А, ну так это изи. Это изи. Что мы с тобой делаем? Мы с тобой делаем вот так вот. Делаем вот так вот. По-хорошему. Давай чисто в сейф вот так с тобой уйдем сейчас. Чисто в сейф сейчас уйдем, максимальный. Так, и вот так вот, да. Вот так будет хорошо нам с тобой. 21, все, хорошо. Так, ну все, у него 2 хбшки осталось, в принципе. А почему вся защита слетает, непонятно. Как это работает. Так, что мы с тобой сейчас сделаем? Ну вот, четверку в него. Давай вот так вот и вот так у него. Все, минус один сейчас будет. Все, один ушел. Все, бам. Что, мальчик? Ничего не получается? Да что ты топчешься? 6, ну давай уже добивать его, что? Он много раз хватит. Ну и так чисто в сейф чуть-чуть. Бам. Ну и все, до свидания. Изи, изи. Даже крепко. Слово остается в заговоре 3 хода и оказывает влияние на другие слова. Например, складные. Складная. Ага. Увеличит количество приказов в книге в следующем году на 1. Аминь. Слово остается в заговоре 1 ход и оказывает влияние на другие слова. Например, увеличит получаемую броню на 3. Конечно, вот это. Это очень нужная тема. Что, давай сюда сходим и потом пойдем уже с тобой по сюжету. Вы обошли мельницу стороной и вышли на опушку Чудского леса. Вокруг растеклась угрюмая тишина. Только ветви елей шепчут в предрассветном тумане. Вдруг со стороны мельницы вылетает стая чертей, с гиканьем разбрасывая по округе куски мельничных механизмов. Стая чертей с дикими криками улетает во мрак, вновь погружая лес в патоку молчания. Так, подожди, а что у нас с тобой тут есть? Что? Подожди. Умение. Можем?
Вот это очень полезно. Так, а где? Погнали в старую мельницу с тобой. Сгоняем. Еловые ветви раздаются в стороны, и перед вами предстает старая мельница. Слава об этом месте ходит далеко по округе. Кому доводилось тут побывать в сумерки, а того хуже ночью, рассказывают о мрачных тенях, что блазнят в мельничных окнах, о внезапных порывах ветра и прочей чертовщине. Плохое место. Блазни также вяжется, казаться мерещится. Мельница старая, это видно. Некоторые бревна прогнили и стали дополнительными окнами. Вы приближаетесь и пробуете открыть дверь. Она заперта. Замок такой же старый, как мельница. Ловкий удар чем-нибудь тяжелым, и он отвалится. Сложно что-то разглядеть в ночном мраке. Тем не менее, вы чувствуете, что вашим глазам все легче видеть во тьме. Возможно, черная книга помогает. Среди густой травы... Подожди, это очень полезная тема. Это бревно водила, которым вращают мельницу. Старое дерево скрипит на ветру. По нему можно забраться внутрь, в стене виднеется небольшой пролом. Ну, старая мельница скрипит от студеного ветра. Не часто такие встретишь в Черденском уезде. Вы карабкаетесь внутрь, но неосторожное движение приводит к болезненному падению. Понятно. Минус 3 хпшки тупо. Колесо какое-то мельник повесил. В этом сундуке хранят различные инструменты для работы на мельнице. Ничего интересного. Вы осматриваете шкаф. Кроме крынок, старых горшков и туисков, здесь завалился мешок с несколькими серебряными рублями. Возможно, вам он будет нужнее, чем мельнику. Не будем это делать. В стене зияет разлом. Неудивительно, что жернова не шевелятся. Вдалеке виднеются черденские леса. Чердень – город на севере Пермской губернии. Говорят, что тут давным-давно жила чуть белоглазая. До сих пор жители находят божгов или божков в огородах. Да и в церквей много. Место какое-то заговоренное. Ты кто? Кто ты? Я ожидал увидеть скрюченного деда. А и прекрасная брат? Дева. Тринадцатый брат? Еще пожаловала в мою мельницу. Что на мельнице забыл, чертище? А ты разве не знаешь, почему я здесь оказался? Возможно, я ошибся в тебе. Почему-то я думал, что ты сильная колдунья. На мельнице явился бес. Но так ли внезапно его пришествие? Откуда на мельнице нечистая сила? Жертвоприношение. При стройке мельницы приносится жертва, чтобы нечисть помогла мельнику. Чем лучше жертва, тем лучше вертится жернова. Тебя призвали при строительстве жертвой. Ты был тут всегда.
Ишь, сильная ты колдунья. Да, я служу этому тщедушному мельнику. Но если уж кому-то служить, то только сильному хозяину. Возьми меня в услужение. На мою жертву другой черт явится. Сговорчивей. Ну а ты у мельника награду заберешь. Так уж и быть. Черт в помощниках всегда пригодится. Погоди-ка, может, ты только кажешься сильной? Еще не родился тот колдун, что одолел бы 13-го брата. Ну давай, let's go. Скильки! 13! У него защита сейчас будет. Скильки. Кого? Давай восстановим с тобой хпшечку. О, 18. Так, 55, да, 13 у него будет. 13 защиты у него будет, да? Он защитой будет фигачить. Давай вот так вот с тобой сделаем. Ну и чисто вот так вот. На. Бам. Он сейчас защиту уйдет. Тринашка, да? Шесть будет бить. А, Х2. Двенашка. Давай вот так вот. Чисто в защиту сейчас уйдем. Как раз. Опа. РБ. Атаки запечатаны в случайном станице. Ходов до завершения. Чертова печать. Ладно. Так, ну давай с тобой что сделаем? Вот так мы сделаем. Чисто по приколу. Конечно, пятерочку лучше, конечно. Но я сделаю вот так вот и троечку смену. Так будет, наверное, правильно. Бам. Думаешь, сможешь одолеть древнего демона? Так как нечего делать, знаешь ли. С книгой у меня все получится. Не может быть. РБ. Порша, ага. Чертова печать. Атаки запечатаны в случайную страницу. Ходов завершения 5. Ага. Что это значит, конечно, непонятно, но ладно. Двенашка опять, да, будет? Мальчик, ты думаешь, ты сможешь? Мне кажется, что нет. Ну, давай чисто в сейф сейчас уйдем, это будет правильным решением. Хотя нам, наверное, не хватит даже 12. Да, нам не хватит 12. А что это такое? Остановим с тобой. Так, надо сейчас его фигачить, да? Давай сделаем вот так вот с тобой. А, он меня запечатал, слышь? Окей, сделаем туда вот так, тебе мальчик. Бам. Бам. И вот так еще. Так, сейчас тренажка у него, да, будет. Брони. Сейчас вот так вот, да, пойдет. Ну, это читаем, мальчик. Бля, мне даже нечем защититься, слышь. Даже нечем защититься. Так, наверное, так сделаем. Okay.
Сейчас будет больно. Ну, кстати. Кстати. Ты смотри, нормально так. Прям хорошо. Игла помогла-то. Игла прям хорошо помогла. Так, у него тренажка, да, снова сейчас будет. Давай, сейчас мы фиганем. А, понятно. Давай-то вот так сейчас с тобой сделаем. Просто максимально. Вот так сделаем. Бам. Бам. 22 у него осталось, да? Ага. Эта книга — тот самый легендарный артефакт. Я не сдавался раньше, не сдамся и сейчас. Посмотрим сейчас. Так, опять у него будет x2. Ну, примерно не те же атаки у него, короче. Но мы используем вот это с тобой. Чисто уходим в сейф. Чисто уходим в сейф, потому что сейчас его прям нет смысла фигачить. Нам нужно как минимум самим, да? Ну все, 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 изи. Плюс 4 еще у нас с тобой. Бам. Так. Ну все, все, все хорошо. Взял мне зачем? Что? Так, ну, давай тогда сделаем. Вот так вот. А-а-а, мальчик. А-а-а, ну ладно. Он снова атаковать будет. Шестнадцать. Туда. Сюда. Просто все в броню ушло. Интересно. Еще раз ты будешь так вот делать? Смеешься сейчас? Ну, давай я вот так сделаю. Вот так, вот так. Сюда просто. Снова все в броню ушло. А, во, у нас можно получать набожность. Увеличит получаемую броню на 5. Благословение увеличивает. А, вот, карточки, да, мои. Понятно, сам не запечатывает, да, все. Ну, давай тогда сейчас сделаем с тобой. Вот так. Вот так. Бам. Бам. А, можно было, кстати, дофигачить. Вообще, я не посчитал просто. Ох, прошу прощения. Так. Просто мне нравится, что броня усиливается. Ну, все. Выберите новое слово. Складно увеличивает количество ключей в книге следующему ходу на один. Крепко. Слово стоит в заговоре 3 ходов и оказывает влияние на другие слова. Например, складно, да? Увеличивает... Давай вот это мы сделаем. Вы находитесь на экране умений. Здесь можно открывать новые колдовские способности. С помощью меню вы можете зайти сюда в любой момент. С каждым уровнем вы увеличите здоровье и получаете очки умений, которые необходимы для открытия новых способностей. По мере повышения уровня в вашу стаю будут слетаться все больше. Угу. Некоторые способности открываются автоматически при достижении необходимого уровня. Увеличиваю защиту в словах на 1. Это необходимо. Колдовское умение, позволяющее заменить одну карту на козырную. Короче, понятно, майки уровни нужны вообще. У нас только вот это с тобой открыто. Меня позволяет заменить карту на козырную. Увеличить количество надеваемых предметов на 1. Цены в магазинах снижены на 10%. Увеличить количество используемых предметов вход на 1. И крестьяне проносят на 10 рублей, ну, на 10 рублей больше в гостиницах.
Приказы. Получить дополнительное слово с приказом каждый ход в вашу руку. Получить дополнительное слово с ключом каждый ход в вашу руку. И цена создания слов снижена на 20%. Но я бы, наверное, черти приносят на 5 рублей больше. Можно поставить ночью на бессмысленную работу. И видны специальности чертей и типа заданиям. А как нам это поможет? Ну давай вот я тут это посмотрю. Да, вот это с тобой сделаем. Было бы интересно. 23 хпшки у нас будет, 23 теперь. Как такое возможно? Непонятно. Сколько опыта? Неинтересно. Вы взяли 13-го брата в услужение. Он будет просить работы, как и любой другой бес. Мельница осталась без нечисти, но это уже заботы мельника. 13-й брат. Любимое занятие — мешать работе крестьян, поэтому знает все про ведение хозяйства. Оберег. Вы взяли 13-го брата в услужение, но он будет просить работы, как и любой другой бес. Мельница стала без нечисти, но это уже забота мельника. Новая быличка. Сюда. Помогли. Все-таки. Помогли. Глава первая, как в бане подменяют. А затем исчез окаянный. Думаю, не будет больше мельницу портить. Значит, беса ты себе взяла нового. Ну-ну, пополняй ставь свою. Да смотри, чтоб не замучили. Ну, а пока ты с чертом разбиралась, я покумекал, что с печатями-то делать. Думаю, каждую свой бес открывает. Надо только найти подходящего. Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее-то открыть. Первую печать я открыла, когда до книги дотронулась. А со второй как быть? Не осину же трогать. Думаю, нам нечисть нужна. Вот осиновую нечисть и найдем. А где? Пока не знаю. Надо мне внедриться. Пока обычной нечистью займись. А я, может, что и придумаю. Или сама разгадку найдешь. Так, давай про остальные печати спросим с тобой. Остальные печати сразу-то не можем открыть? Вряд ли. Но в дороге смекай, нечисть. Может, случай подвернется. То есть надо со всеми драться. Ну, постараемся. Ясно. Тогда пора за работу. Опа. Бесы вернулись. Долгую я им работу поручил, потому их и не было. Теперь мне им задание давать? Ну, а чё ты хотела? Знала, на что идёшь. У всего есть цена. Особенно у заветных желаний. Ой. Не хочешь, чтобы мучили? Отправляй людей портить. Такая наша доля колдовская. А если не хочу людей портить? Тогда терпи. Бесы тебе житья давать не будут. Я их и до того видела в пестере. Но не так уж и часто. Теперь ты навидаешься с ними вдоволь. В пестере вся почти губерния видна. Вот и решай, что с чертями делать. Бог в помощь. Да, просители 4 у нас с тобой, ё-моё. Давай мы вот с тобой на... Кто это? Дедогор вам досталась песня полный... У вас есть несколько бесов, которые всегда просят работу. Будьте осторожны, все чати без задания мучают своих колдунов. Еще один у нас есть, которого мы только что победили. Бес выполняет работу некоторое время, один день или дольше. В каждом месте есть работа для беса определенного типа. Голод, раздор, порча и так далее. Каждый черта свои предпочтения в работе. Узнать их можете, получив специальное умение. Черти лучше справляются с любимой работой и имеют больше шансов выполнить ее превосходство.
Чтобы черти не мучили вас, не забывайте отправлять их на работу каждое утро. Строить работу. Минус Матвей был от... Чё? Возможно, теперь дослужился до беса. С один к защите, минус 4 хпшки. Вот так пусть будет. Давай мы с тобой вот на этом как раз таки и закончим. Давай сохранимся с тобой. Спасибо за просмотр, ребята. Такая вот серийка была. Очень милая, очень классненькая, очень атмосферная игра. Очень атмосферная игра. Я думаю, вам понравилось, поэтому... Пройдем эту игру до конца, пройдем. Очень прикольно, мне нравится. Прикольная игра такая. Очень простая по своей механике, но очень атмосферная и интересная. Спасибо вам за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал, там ссылочки в описании на Telegram, там инсайды и уведомления о видео, чтобы вам было удобно узнать, когда вышло новое видео. Вот, в принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, не приятно. Спасибо заранее, кто это сделал. 74% людей смотрят без подписки. Это, ну, надо исправлять, ребят, реально. Это ваша поддержка мне. Меня это мотивирует все больше и больше делать контента. Правда. Вот реально правда. Это, ну, факт, который все знают. Правда. Вот, так что не поленись, правда. Ну, тебе секунду, пока я говорю, то оп, взял, подписался, поставил колокольчик, ну да, оп, лайк поставил, все, все. А мне приятно, я делал дальше больше контента. Вот. Поэтому как-то так. Спасибо заранее, кто это делал. А, все, в принципе, все, ребят. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.